Сегодня, Дмитрий, везет меня посмотреть, как живут состоятельные панамцы. Мы направляемся на Тихоокеанское побережье, где-то 100 километров от Панамы, местечко Плая-Бланка. Это мы приехали. Да. Окей. Разве? Огороженные территории. Да, все. Здесь уже охрана стоит. Здесь охрана, огороженная территория. Да, и она делится. Вот до моря? Вот, ну, там все море. Это курорт, что это? Конечно. Это курорт, да. Со своим пляжем? Да. Вот это частный фаундерс, это квартира. Да. Справа две улицы частных домов. Ну, вот да. Примерно такого типа. Частные дома, домики. Это частные дома. Да, и там вторая улица таких же частных домов. Вот за этот маленький дом они хотят, по-моему, что-то 450 тысяч. Ну, это сумасшедшие. А народ там продает, там вся улица практически продается. Они хотят от 600 до 800.